Ребята, не хватает ДД, а вы их не пьете. No flask, это просто жесть. Да, смотри, все, рубило, не знаю, дорубило, че не дорубило, но хотел охватиться. Он восстание писал. Давай, джетспанка суманим. Тут есть люди на замену. На пул. Фокус хера тут. Фокус хера. 23-26. Минута задержки. Ваня, готов? Да, готов, судья. Это вот. Не хватает, у него 56 тысяч хп. Дайте пристав бафа нет. Да там нету пристав, чтобы бафать. Где ты пьешь? Да, рассказываешь. Задолбался, я пью банки, с одна дороже другой. То с танка, то ДДшная, то опять танк. Ай, да, есть знакомый такой, особенно на валитре, на синдре. Знаете, в чем прикол? У нас до вот этих вот рок двух не было станов на вторую фазу переназначенных. Вообще бесполезно. Не, ну сейчас типа назначены. Хочешь еще больше прикол скажу, что у нас, сука, второй фазы не было. Поэтому да. Зачем же ты переназначаешь? Сейчас заметят. Ну что, вы убили, нет? Да, да. По второму пошли. Изменил просто. Ладно, 37 попыток осталось, там уже скоро фартовая, как мы обычно убиваем. Фартовая, блин. Так на первой фазе надо шаркаря, чтобы Валька уносила. Шаркаря именно. Летала, уносила навсегда. Милики, ловушка. РДД в звездочку. Чума на... Одна секунда, готовимся. Элестер, чума. Диспел его. О, молодец. Хороший блин. РД перебежали. Далеко бежим, впереди ловушка была. Тут устали. Планку про обмен не забывай. Хорошо, да. Ну... РД ловушка. Крауд. Успел его. Успел. Отлично. Выровняйся по центру. Буквально. Милики ловушка. Урошаркающий. Звездочку встали. Ловушка сейчас будет. Шаркающий вылазит. Где ловушка? Ух ты, нихера себе. Прям под Поклонским. Акагур метка. Акагур метка. Акагур. 71%. РД ловушка. Мини-зону хилим. Мини-зону хилим. Сбирай с мини-зоны трэш. Резидент, прожми всю херню, дай каплю на поклона. Милики ловушка. Кильте меня, я дал. Томск метка. Что, один, на БДК. Бля, там опять было и две берсы. Да. И иступление. Сука, ну что за хуйня невезучая, а? На кого заходить? Почесать тут это. На, короче, Релла Джерин, ну, встал уже. Угу. Значит, смотрите, пацаны, сейчас все будет. Пусть меня сломили, Джерин, отваливаться. Че ты, Саня, идешь или чё? Нет, все, я засыпаю, я уже больше не могу. Да, спокойно начал. Смотри, что мы сейчас сделаем. Рискат, ты тут? Этот, как его? Саня, Пеппер, ты тут? Ты офигенно играешь ШП, да? Давай, заходи на ШП. Заходи по ДК. Не, ШП заходи, чё ты, Вань? Ваня, тут просто бегу. Кроме меня только ты играешь в БДК на нормальном таком уровне. Так что танчи. Ты что, за БДК что ли умеешь играть? Давно ли это?
Ну, ну не как ты, как какой-то, не знаю, кто, заходи на ШП. Мне кажется, я не очень танчу, я больше хилю. Не, ну типа, такое. Только, блин, надо, чтобы звездочка была на этом, на РДД-зоне. Вы будете стоять все в квадрате, вот есть квадрат. Истерию, Ваня, кидай, пожалуйста, кому-то другому, потому что я буду орелить. Самое лучшее, смотри, кому профит накидать ее на лича, чтобы увеличить бурстовый дамаг, кидай жаспанку. Жаспанк, давай с истерикой задамаж. Классочку кто-нибудь вряд ли продаст за 100 голд на РДД? А, добрые люди есть? Давайте, удачи вам там. Давай, Саня, давай. Фласка есть у кого на РДД? Или мне покупать эти? Машульчики одна. Я бы с тобой поспорил крауд насчет этого саба и себя. Кому фласка нужна? Сейчас я приду. Так, скоро я вообще лучше всем буду танцевать. Единственное, в чем я не могу васаба, так это за ШП. Я не знаю, за ШП у меня еще не получается выдать 20к, как я не старался. Дайте, что-то я не втыкаю, дайте фулбаф по рейду, пожалуйста. Саня, квадро, педро, дамаж, пожалуйста, сильно лича, дайте шкаф, Харзул, дай шкаф, потому что квадро, педро у нас пвпшит на не пвпшном серве, где все сдохло уже давно. Да, поэтому дайте шкаф. Как не зайду на PvP серф, там, ну, на PvP зону, там все время три типа тусовятся и все. Дайте я баф. Смотри, Алпич, когда я скажу, кинешь ДЦ на поклона. Зубы ДЦ, говорю. Раньше не кидай. Чек на баф и готовность. Угу. Проверка готовности завершена. Все готовы. Все, я начинаю. Запустил. На джаспанка кидай. Истерию. Ну там типа... Типа по моим расчетам он должен выдать, ну, где-то под 16 в конце. Давай джаспанк. 16-ку. Если он давал 15, ну ты 16 вложить. Не, ну потому что у меня колба, у него вонь. У него типа должен быть бурстовый дамаг повыше. То есть если я бурстил 24, то он должен там 30-ку бурстануть. Что, даже воли вспышки нету? У меня нету воли. Я ж этот, как я, бомж. Бомж с колбой. На X5 у меня тоже нету. Дайте горн, Ваня, дай горн. На X5 у меня есть рога, типа, и там тоже нету воли. X5, по-моему, да там хоть ДПС можно давать, надо зайти посмотреть и ливнуть с рука. Все, погнали. Смотрим, ловушка. Ловушка. Ловушка, РДД, мирки стоим. Бьем лича. Чуму смотрим. Чума 3 секунды. Чума. Чума, Машулечка. Побежал. Диспел. Смотрим. РДД, проводи мирику. Меня сейчас слышно еще? Да. Блин, сейчас отключу это все. Смотрим, сейчас будет ловушка. Ловушка. Ловушка, Машулечка, РДД перебежали, смотрим, чума. Мы ведь и стоим. И вы должны дотягиваться. Олег, чума. Диспел. Смотрим, ловушка. Смотрим, сейчас будет шаркарь второй. Смотрим, ловушка. Ловушка, РДД, проводи минпика. Проводи, проводи. Смотрим. Шаркающий 2. Смотрим, сейчас будет мирики, 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 пробежали, стали в квадрат, стоим в квадрате уже.
Все, хорошо, бьем. Смотрим чума. Чума, Олег. Спел. Им сейчас будет лоб-вушка. Параша, кто... А как я попал с этой парашей? Пиздец. Олег, скрип. А, я череду прожал, бать, пацаны. Я прожал череду и попал в ловушку. Пары. Пиздец. Накинь ГП себе. 200 ГП себе накинь. И скрин добавить. Как, блядь, это так вообще возможно? Я смотрю, что там взрывается ловушка. Ну что за хуйня? Его он еще как первый раз взорвалась, она же его не откинул уже. Он обратно вернулся, потом опять еще раз взорвалась. И он второй раз уже улетел. Да, блядь. Это странная череда, лучше ее не жать, наверное, когда релиш. Ладно. Там, походу, вордалак был в ловушке. Да, так. Поэтому, ну блин, там было 8 вордалаков в миризоне, не знаю, как мы на ТП-шем, может, туда. Он же рандомно его выбирает. Недавно кто-то смеялся над Jeepers Creepers или кем-то там похожим, кто истратили все 50 попыток наличия на бафе. Так мы недалеко. Да, да, сейчас будет так же. Да ладно, там еще 30 чем-то осталось. Это же северная была. Только Том больше меня даст, давайте я, блядь, фуриком зайду, что ли. Я уже хуй знаю. Я мало... Тут нету проблем, сейчас я виноват, потому что я прожал эту гребаную череду именно ТП-шную ловушку. Да, давай про товаром ПМТ-шишь. ПМТ-шишь? Это прикольно. А Хантом никто не хочет зайти? Что? Хантом. Что? Посмотрите, о? Просто ДПС мой, я нормально даю закатаю или можно больше, просто не знаю. Как у тебя полечу нанесенка было? Я удалил рекам, посмотрите там. Бля, если там один я... Миллион четыреста, миллион четыреста. И на 15-м месте. Ну это нормально. Если типа до 80% у кота нету 1.1, то все, это жопа. У меня полечу. Ебать, 1.1. Сколько в этого? Это о, Just Punk 1.58. Ну давай, Just Punk. Еще лучше, надо 1.5 где-то. Там истерия же летит. Шкафы, пожалуйста. А, кого нет, ни к чему. Дайте шкаф, что у него ни к чему. Тыкните на Сумон. В чем, принимай, пожалуйста, пати. Бафайте сразу рай. Ты бафайте, я сразу чек. Все готовы? Нет. Пустил. Все, давай, Джек Спанк, не повтори мои ошибки, не давай череду, короче, когда там дохерещи этих турдолаков, и они в ловушке стоят. Дайте, кто пристабав, кто игра закончилась. Далее. Хорошо, что ты передумал, я, видишь, ждал, и меня кинуло в ловушку, и я тебя понял, типа, я попал в ловушку, вернулся, опять попал в ловушку, да? Типа так получилось? Да. Пошли в Унду в натуре. Ну, вы нахуй повлечаем. Пошлите рано почитать, ну его нахер эту игру. Посмотрим. Ой, давай, сейчас шурки убьем. Все будет, пацаны, сейчас вот этот трай, это килл, отвечаю. Ладно, давай, бомжей, вызову, тогда это не будет килл. Все, давайте, погнали. Не забывай же спанк, все, погнали. Смотрим ловушку. Милики перебежали. Смотрим чума. Чума не стал. Диспел. Смотрим ловушка. Танк, все в квадрат. Близко к протопалу.
Есть или чё? Смотрим, ловушка. Ловушка РДД, милики, стоим. Поклон, да-да-да, красава. Смотрим чуму. Чуму вынести. Чума свата. Диспел. Смотрим, милики, в квадрат, сразу в квадрат. Объем лича. Смотрим, шаркающий еще вылезет. Шаркающий пошел. РДД, милики, стоим. Элоран, выноси. Диспел. Смотрим, ловушка. Вардалаки. Поклонский, прожимайся. Милики перебежали, перебежали. Резче, резче, резче. Им квадратить. Так, зубы не надо пока. Смотрим, ловушка. Да, давай ближе к звездочке, веди, Ваня, бича. Фокасхира, чума, вынеси к шаркающему. Зубы, 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 давай ему, зубы, давай ему. Этот, Поклонскому. Смотрим, ловушка. РДД. Все, все на край, на край, на край, на край. Во, красава, затанчил, нету шаркающего. Нету этой. Вурдалаков этих ебучих. Кливаем, не кливаем, тотем ставь. Друленька и гимн ману поет Альпич. Давайте бьем. Бьем. Почему я не на аэродрове сяду тут этими руками? Что это за дичь? Бейте. Следующего заберешь. На пуле ж джаспанк, сейчас духа, духа, джаспанк, сейчас твой на пул через череду, не забывай, как я говорил. Давай напуливай, бьем духа, нового духа бьем. О, заберите мелких сардру, меня убьют сейчас. Кливайте, вары, чего вы не кливаете? Молодец, Фойд. Раут, притворись мертвым. Напуливаю духа. Ну давайте бейте духа сильнее. Пойдем на край, сферу добили. Бьем духа, 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 РДД, в духа, в духа. Все РДД в духа. Сейчас он дыхнет. Все РДД играют духа, стоим в квадрате. Стоим в квадрате. Смотрим валькиры. Валькиры, давайте, погнали. Бьем, все повалим. Все три вали, все три вали. Куленько встанешь? Осквернение вышли. Под трусам заиграли. Маны. Бахните машулинку и дайте ей нервы. Шалейте маны, друиды, апи, сатам, машулинки. Визгом стоишь, это херово, стали все в квадрат. Осквернение будем вести вперед лича. Бьем лича, бьем, 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 бьем. В квадрате стоим, осквернение вперед лича. Смотрим, станы, гневом застанете, только когда... Я знаю, машулинка, все хорошо, ни к чем. Три вали бьем, все три вали бьем, не ваши вали. Через трусы, через трусы, через трусы. Давайте по всем, давайте, кружочек, квадрат, в трусы и в ромбик. Все, отлично, бьем лича, на краю стоим. Атом с апис, залейте машулинки маны, осквернение, смотрим, милики. Смотрим, фокус хира, все, давай, лича в центр, в квадрат, все в квадрат стали, резче. Станы точечно даем и бьем всех валь, в квадрате стоим. Стан, отлично, две вали, бьем, лока схватило. Везение, как всегда. Валь, отлично, раз, два, три, бьем, по трусам заиграли. Осквернение, смотрим. Осквернение, резидента. Какого хуя ты делаешь там резидента, сука? Тихо, тихо.
Типа, тихо, спокойно. Кого я командую, блядь, для дебилов? Да, успокойся. Смотрим, Бали, в квадрате стоим. Хваль бьем. Смотрите, лужа. Бьем лужа, смотрим, бьем Бали. А ну забирай протопол. Квадропедра. Я в трусах. Трусам заиграли, по трусам. И ромбик, ромбик стан, ромбик стан. Добейте, все, добиваем ромбик. Дайте пистобаф и каску, мужика, и лапу. Что там, опять АДК умер? Есть кого-то БР, поднимите мага. Осквернение, смотрим. Не, на краю, Ваня, не туда, блин, Мириков. На... А, нет, там сейчас свали осквернение, в квадрат. Перепутал. Осквернение будем нести вперед лича. Ну, Ваня, ну что ты делаешь? Вперед лича. По трусам стан. Стан по трусам. Дима, все вали бьем. Через да, трусы да. Играем. Через трусы. Ань, если нечем прожаться, проси каплю. Там непонятно. Там было все. Все, давайте бьем лича. Давай, Ваня, ставь его туда. Еще не ставь, давай. Не ставь, не ставь. Сквернение ставим. Не перчи, все, давайте, будем играть в Валь. Стали в квадрате, будем играть в Валь. Будем играть. Стали в квадрат, резче. Бьем Валь. Лича не бьем, бьем Валь. Еще 1% на край ближе, становитесь. Смотрим, осквернение не залить, не залить. Все ушли от лича все ушли. Понимаю, нет, куда все? Клон, все, добиваем лича и на край, все на край, в квадрат и на край. Всех ближе к квадрату и на край. Я Скрыли. Отдам на пул сейчас на духа. Ставь тотем. Гимн на ману поет этот, фокус хир. И тотем ставь обязательно. Дайте кулак на ДК. ДК, пожалуйста, паладины, и гимн на ману фокус хира. Шуренька там тотем. Кому ИСС? БДК. Духа на пулевой, этот, как его, Раджалс. Панк, это твой дух. На пулу. Забирай, Ваня, духа гневного этого. Бьем духа с меньшим количеством хп, с меньшим количеством хп. Бейте нового духа, Ваня, забирай. Духа на пулиш, крауд сейчас. Крауд на пуль духа на Поклонского, бейте духа. С меньшим количеством хп. Давайте перебежали за квадратом. За квадратом перебежали. Правда, и духов не стоять, никто духа вообще не бьет, не трогает. Ничего с ними не делает. Побегаем за квадратом, выйдем с комнаты, все милики бьют лича, все РДД бьют духа. Квадрат стали, квадрат речи, ищем квадрат. Кто это за спам сова в вальке? Перебежали. Двигаемся дальше, бомба упадет за угол сразу. Сюда. Дальше двигаемся. Стали тут. За угол забежали. Забежали за угол. Стали тут. Дальше двигаемся, двигаемся, двигаемся. Стали тут. Дальше двигаемся. За угол тут. Сейчас выходим. Смотрим осквернение. Все милики бьют лича, все РДД бьют духов. Все, погнали. Гоу. Лича на край. Ресинтез. Бьем лича, милики. Лича к духу веди, Вань. Разверните. Убейте все этого духа. Теперь духа ебашим, он там как раз нормальный. Все, лови духа, я этого поймал. Клонские осквернения.
запустите лича. Классно. Ну чё, бьём лича пока. Если есть кого-то бигвайр, лестните. Альпича, лестните. А, после комнаты лестните. Потом это поднимите ад на хламончик, поднимешь Альпича, стали в квадрации. И да. Есть кого-то еще БР? У меня есть. Плюс санитель. Его, это ты поднимешь Фукас Хира. Угу. Это, короче, два, я не знаю, как вас назвать, я не буду вас никак называть, потому что для чего-то стоит квадрат. Для чего-то он в натуре стоит на рейде. Стоим. Правильно, лучше не называй. Тут стали. Бомба хлопнет, побежим. Стали в квадрате, тусуемся. Вы не умеете стоять нормально, за угол забежали. Если вы не умеете по своей ситуации, инициативе стоять нормально, стойте в квадрате. Квадрат для чего-то стоит. Все, воин, поднимайте. Поднимайте. У трона бьем, все бьем у трона. Давайте Геру. Геру. Поднимайте Альпича, у кого там что-то есть. Апис, поднимай, ты же говорил, у тебя есть Б. Че духов не хлопают, алло? Ломончик, поднимай листалка быстрее. Так я упал. Че духов не хлопают, Поклонский, что это такое? Апис, Атомск, подними листалка быстрее, минус друг, блин. Дай метку на Олега или на меня, или на кого-то. Я сейчас духов. Сука, дайте БР по Эрдру, или мы упадем в комнате. Есть еще БР? Джерин, дай метку на Олега или на кого-то. Ща? Так у него есть звезда, что ему давать? К ним за звездой. Одна минута там у кого-то. Могу хлопнуть духов после комнаты. Ну если вы чешки прожмете по очереди, нормально будет. Гильна на хп еще есть. Лоран, давай в звездочку становись и... Ладно, побежали. Скажу, когда гимну дать. Сейчас за угол забегаем, и Лоран даешь гимну архи. Шипашки там кольцом помогать. Бежали. Еще нам надо 8 лямов убить, верно? Дайте инер хпал. Или палать инер руки дать. Инер хпалу, охламончик. Инер ДЦ Альпич. Сейчас выходим, идем сразу к трону, духи падут на рейд. Отбегаем сразу. Отбежали от духов, Поклонский хлопай, духов хорошенько хилит. Че, Апис, у тебя откуда сейчас? О, не Апис, это хламончик. Хламончик тут. Должен быть. Когда. Так, отбегай, листалк, инер связи лейте. Блин, сейчас, когда еще? Дайте Поклонский живи. Листалк, подумай Поклонского, если есть БР. Отбегай, осквернение на секунду, отбежали. Мелизона, осквернение. Отбегаем далеко. Весь есть далечом, прячься, дайте на меня каплю. Не-не-не, давай, все присты сейчас похлопаем спокойно, все выживут. Да, у меня есть точка, могу хлопать. Я не надо убить 26 января, быстрее. Блять. Доту сейчас дожрут. Бафнуть ярдро. Листобаф. Например, либо. Давайте звездочку. Листобаф там каску по друиду. Аня, помнишь, как вы умерли в комнате в последней, когда было 0%? Да нет, там уже убитые. Если все умрут сейчас, то будет вайп. Персал же время. Давай тогда через центр побежим. Да, ты и так пытаюсь умереть. Давай через центр, ебанем. Блин. Сапоги есть какой-нибудь? Давайте, чё. Как квадропетр больше меня лечит? Я чаржнулся в духа. Пятнадцать попыток. А, там еще минус три на ребре, да?
От него сейчас надо заходить, не ребре, да? Но... Сейчас заходить? Нет, нет, подождите, никто никуда не заходит. Кто уступает в места, офайтесь. Главное меню – выход из мира. Кто заходит на других персонажей, офайте, да? Да, но не заходите на тех персонажей, которые вы должны заходить. Просто выбор мира, и там ждите, пока скажут. Ну, там я опыт тоже, скажете, когда им зайти, там, когда опнутся люди. А после представления надо заходить? Да можно и уже заходить. Это просто прожать выход из мира, подождать 20 секунд, когда вас выкинет, потом зайти в персонал. Лоран на молодец, не слакал ни разу вообще за 13 траев, кстати. Рано, это плохо, можешь там народ вышел, да. Нет, который должен выйти. Джейлис, я вышел, певчим, короче, можно заходить людям уже там, да? Можете заходить. Не знаю, я тоже вышел. Нет, проверьте, что все вышли заходить. В начале. Подождите, не заходите, посчитайте, сколько офлайн, сколько должно зайти. Потому что если кто-то не выйдет, кто-то за бортом окажется. 10 вышло. Линия зависла. Певчий вышел. Ну, я тоже вышел. Если там 10 вышло, то 10 должно зайти. И сколько там должно зайти? Ну, 10, 11. 11, по идее. Сколько до конца представления? 55 секунд. Написано 50 секунд, да. Последнее благословение. Посчитайте, чтобы вышло столько же, сколько должно зайти. А Кенсион отвечает и заходит? Как заходить? Ну тогда получается... Кенсион уже зашел. А Джерри вначале сказал, что это 100% выпил. Короче, заходите, если там, не знаю, куда один, наверное, не офнулся, не нашел. Ну, офнулся. Ну, заходите, если офнулись. Давайте быстрее, 2 минуты осталось. Минута где-то осталось, еды. Минута быстрее, бля. Я когда ребро ухожу, Дима, блин, я тоже выше хлебала по этому исцелению. Так что я не знаю, что ты от меня тут хочешь. Короче. И ДКЗ тоже выше. Должен быть выше. Ну, блин, не сравнивай меня с собой. Я так не могу, я и так пытаюсь. У тебя волонир есть. Поэтому ты и выше. Че вы там зашли? Сейчас же волнир не пропает от символа. Ну если там все зашли, то можете убивать уже лича. Дайте 5 миллионов на сносить. И хоп, откат. Давай дисконнект. Если диска будет, то я сливаюсь, короче. Блин. Не будет заходить? У нас такого не было, а вот другой гильдии было. Не убили лича и оба. У нас скрайка такая раньше тоже была. Чё? Да. Как и дело на последнем проценте. На добивание. А-а-а. А теперь насочка. Родимый. А давайте мне... Срань, где кинжал? А чё там? Параша никому не нужен. Как-то хочу лича дал. Ну, приступим уже. Так, спасибо за ачивку, я сейчас захожу. Ну, потом плюс ходить на этот... Как его? На анбаф, что у тебя все за пол цены идет. Кикай Джерриона. Ой, блядь, Джерриона говорю. Певчего кикай с рейда. Помещаюсь. Я тебе там лидера раздам этот, ты будешь кикать. Надо кому-то Глора? Нет, и я офнулся уже, кикай певчего. Я понял. Все, если... Да, сколько ЕП? Не, валяться. Классный пацан. 5к ЕП. Конячка, 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 ребята, конячка, конь. Поклонскому 2500 накинь, квадропедре 2500. Понял. Бери на кикну. Там много кто на лича только заходил. Да. Кикните там пол-литра. Мы Лоран, например, только на лича. А, да. Поклонский. Ну, 3 человека, да? Белину ходил, Трисия, кто еще? Хазарака кикнет. Джерем, кинь магу этот знак с обычным. Трисия всех вайпов, потому что
только заменили, сразу убили. Я же говорил. Вот бисты кикни. Кому магу? Потом передам, вы ник не говорите. Ты какой спокойной ночи, а Резо Спальгер? Скарлетт кикнул. Какая Резо? Давай, могу собрать ИВК. Тупой Реддит. Там плюсую на ЕП. Какого вообще Эрлд? Джерион Эрлд. Там пол-литра кикнуть, если шо. Если не кикнули. И Войд Бист со второй пати кикнуть. Так, хорошо, а кого кикать? Войд Бист, досвидос. Президент тоже, сейчас я зайду. Президентас, досвидос, кто еще? Пол-литра. Хазарак, досвидос. Пол-литра, досвидос, кто еще? Хазарак. Восьмую пати кикнуть. Хазарак, Белин. Пошли ДБ сделать. Кого еще? Наверное, нет. Элисанда, я так понял, да? Скарлетт, ЛТДИ. Так. Пинни. Ладно, сейчас, подожди. О, молодец. Не знаю, чем был Зутербол. Про него. Дай пати. Так, смотри, что мы сейчас сделаем. Квадропедра 2500, да? Да, давайте. Дай систа помогу. Что тут? Так. Молодец, это Элистер. Лидера раздавай, кому там что надо, я 2500 квадропедры накину. Молодец, кто там еще на ЕП плюсует? Ну, у меня все. А что там есть еще кто-то на анбафе там сидит, целка? Что, кто-то собрал вроде, ну ты собрали, или кто там? В чате говорили, да. Не собрали. И не собрали. Ну, ну ты что, повоили, странно, что и не собрали. Кажется, скоро мы одной беде останемся. Что? Покрыть героически, если там никому не надо, то я взял бы. Не, это обычный ван. Но Серафим, я стою у банка, если тебе надо этот токен с обычки, то я тебе отдам. Лора Геровская, надо кому-то, я ее себе в сумку кинул. Еще один, короче, кто-то должен быть на фулл поединик. Геровская Глора, надо кому-то. А, так ты сейчас ушел, вот, вы его не посчитали. Я тебе не могу отдать, Серафим, потому что ты раньше его заходил. А что-то Глору никому не надо? Давай мне Глору, слушай, я на нее камни на силу ставлю, буду. Отлично, давай, Ваня, на тебе Глору, где ты тусуешь? Я не хочу ее продавать просто. Заходи на ДК. Я бы ретликом забрал себе. Дайте Ване пати. Где ты, Ваня, тусуешься? Я сказал ранее. Ну я понял, где именно.